Ох, как громко, ребят. Всем привет, с вами я, Зуд Джестас. Мы продолжаем Half-Life-овский марафончик, и сейчас у нас Half-Life Blue Shift, соответственно, дополнение для первой Half-Life. Да, к сожалению, будем играть в первозданном виде, так как, они нас, кстати, не удосужились, к сожалению, моментом, как ремастеры и так далее, кроме первых халфы. Ну, что поделаешь. Поэтому, собственно, да. А может быть, это даже, кстати говоря, с вами, ребята, и к лучшему. Играем, я так понимаю, мы за бар. За того самого геморройного охранника. Это наше начало с вами геморройной истории будет. Да. Ну, хотя бы с озвучкой, да, к сожалению, нету русского, ну, что поделаешь. Но зато, я думаю, это лучше, чем слышать, как какой-нибудь кавказский хэв-переводчик костюм будет говорить, что у нас перелом. Могу сказать, что вот как раз-таки дополнение, как Blue Shift, либо Opposing Force 2, который у нас на с вами будет на повестке, да, я их не проходил. То есть для меня это будет в новинку. Естественно, со вселенной Хаубео я знаком с похождениями Гордона Фримена, но о похождениях геморройного барни-охранника, к сожалению, нет, не знаком. Поэтому для меня, как и, наверное, для некоторых из вас, будет впервые ознакомиться с этой вселенной. Именно как барни. И сохранение, спасибо, что работают, как и должно. О, да. Ну, как всегда, эта поездка, в принципе, по комплексу до пиздеца. Вон там Тони Пицца, почему бы и нет. Я бы сейчас тоже от пиццы не отказался. Ой, башняшка-то вкусная. Мосты разводим, так сказать. Ну да, из-за какого-то ученого я тут должен ждать, да, ты, блядь. Прям как в маршрутке, на самом деле. Вот здесь вот еще удобно присесть будет, например, да? Как и вот тут. Но вот это уже, извините меня, пиздец. Типа, сидящих мест мало, а стоящих вот тут, да, вот так. Ну, тут, блядь, охуеть. О! Походу, прибыли. Нифига себе, пончик. Looks like we're in for a long day today. Have a good one, Calhoun. Да, конечно. Субъект Б. Калхун. Ну, по сути, барни. 2 года в Гумартийском колледже. Нанят в исследовательскую лабораторию Black Mesa. Боится охранник и офицер охраны, можно сказать. Доступ. 3-я зона. Уровень 3. Ну, хрень, которая, за которую я отвечаю, ты слышишь. Там, блядь. Самый низкий приоритет — это отвечать за собственную безопасность. Понимаю, блядь. Кстати говоря, вот тут наша комнатка, да? А там сзади Гордон Фримен. Insecurity. Небезопасность. Небезопасно, как сказать. Все, давай. Гудбай, будка. Я помню еще вот эту хрень. Так, сука, нихера не работает, блядь. Блядь, прикинь. Давай. Здесь пока, смотрите, вон едет наш самый Гордон Фримен. Fucking Gordon Prim. Спустился он оттуда как раз и поехал. Okay, I think I got it. Отлично. Давай открывай, что. Sorry about that, Calhoun. We've been having problems all over the facility this morning. System crashes, security malfunctions. It's a wonder this whole place hasn't shut down yet. Ну да, пока что. Итак, вон, Ария 3 Security, это куда мы можем пойти, направо. Нужен, получается, показать свою ID, так сказать. Sorry, Calhoun, I'm on duty. Ладно, не вопрос.
Здесь можно освежиться. О. Опа. Шо, опа. Все, забью, выпили. Телек тут есть. В принципе, неплохой буфетик. Снизу тоже можно как пройти. Но нам, соответственно, в третью, так полагаю, зону 3, как раз вниз. Nice of you to show up this morning, Calhoun. Yeah, yeah, I know. Problems with the access system. Hope you're ready for a long shift. Да, да, я готов к близнекам. I can't access my files. I can't answer my mail. I haven't even been able to get into my office. I know, sir, I know. We're doing everything we can to get the problem under control. Ну, как типичные проблемы, не могу ответить на почту, не могу... Так, хочу спуститься в армию, в оружейку. Кто я, блядь, буду за охранник такой геморройный, да, если у меня не будет вооружения? В конце-то концов. Ну, я теперь хотя бы могу сам дверь открывать. How's it going? Пистолет. Here you go, Calhoun. Во, другое дело. I know you're not on the schedule for a couple more days, but if you want to squeeze in a few shots in the range, there's plenty of room. Блять, извини. Вот этот пистолет, я понимаю, да, ребят? Вот это другое дело. А не та срань, которая у нас была, блять, за непонятно чем. Опа, что за место? Ха-ха. Понятно. Мило. Это чё? Гордон Фриман! Он несёт эту поебёту! Или нет, или это не он? Какая-то пизда несёт этот ебаный кристалл. Нихуя себе. Вот это подробности, блядь. А тут что? А вот это Гордон Фриман. Да, это Гордон Фриман. Он готовится. Я знаю, где ты, скотина. И что ты сейчас сделаешь? Ладно, хорошо. 16 пуль. Зомби убивались у нас хз со скольки. Ну, ладно. Поднимаемся с вами наверх. Посмотрим, что нас ждет. По крайней мере, по графону я бы не сказал, что прям все как-то плохо, да? На самом деле, приемлемо и интересно. Так, аптечка. Так. Мы Барни. Вы видите здесь Барни? Я... О. Калхун. Вот она, наша шняшка. Сюа. Пацаны в полном бундировании. Готовы. Душевая вся херня. Все, я готов. Uh-oh, now what? Looks like some people are having problems with the main access lift in Sector G. Why don't you go over there and see what you can do? Да, без проблем. Что это было? Why do we all have to wear? Сектор G, да, не вопрос. Сейчас сходим, узнаем. Наверное, туда. Have a good one, Calhoun. Угу. Спасибо, брат, надеюсь, ты выживешь, геморройный мой. Так, генератор, все, шнешка, излучением со стороны компа. Так, что у вас тут, ребятушки? Ладно, ладно, блядь, бизи так бизи, что у нас тут? Не. If you're waiting for the tram to Sector G, then you're probably better off walking it. I overheard someone say that all the trams on this end of the facility are having problems. Не понял. Что это, блядь, было? Что это за взрыв был? Это что, пёрнул дед, что ли? Что это такое? Ладно. Что, выбора уж нет, придётся пешочком через туннели служебные пройтись. Будто нам не в первый раз. Так, сука, напряжение, пожалуйста.
Слушай, как темно-то, ёбаный рот. Прям хоррор. Ну, а смотрите, подногодная разная есть. О, здорово, канализация. Сейчас опустим себе. О, здрасте. Ублюдок! Не могу ничего сделать. Ну, это выглядит, по крайней мере, интересно. Понимаете, с другой стороны, так сказать, смотрим на происшествие. А Opposing Force, ну, вообще, с другой стороны, как военный выйдем. Так что, блядь, там, ну, понятно все. Так, это... получается... Ладно, сектор жизни зато, смотрите-ка, мы тоже шли, ребята. Well, it's about time. We don't pay you people to mosey around at your own convenience. Make this thing work, so we can get on with this miserable day. А, да? Работает. Ты чё, кнопку не мог нажать? Ты чё, настолько мозги попыли, да, со своей учёной степенью? Кнопки уже разучился нажимать? Ой, ты представляешь, да, вот, ты прикинь, вот он не мог кнопки нажать, представляешь, Эйнштейн. Вот, блядь, я бы назвал его, но... Что еще тебе? Ну, согласен. Алло, что у вас там, ребята? Там что-то, наверное, не то, да? Надеюсь, каскадное говно не произойдет, когда я буду в лифте. Ой, блин. Походу, да. Все, ребят, застряли. Надо же мне было с идиотом, который кнопки нажимать не умеет, застрять. Сектор. Ух ты, ё-моё. Не ссы, все в порядке. По закону первым... умирают не мы. Опа, на. Какого хрена? Я ж сказал! Я ж, блядь, сказал! Ох ты, ёба! Мужик! Блядь, а я не могу стекло прострелить, эх. Блядь. Я ж тебе говорю, все без нормально. Мы с тобой в безопасности. Первый умирает. Опа. Алло, мужик! Там... там у тебя хуйня. Ух ты, блядь. Чё, пиздец происходит? Не волнуйся, лифт выдержит, я тебе отвечаю. Я держись за что-нибудь, блядь. Твою мать, блядь. Эх. Пизда. Зов... Duty Calls, это типа... зов этого, блядь. Долго, блядь. Сука. Сука. Он жрёт моих, блядь, геморройных друзей, сучка. Ча я достану, стой, тебя ёбну, блядь. Сука. Мужик, ты ка... блядь. Да, давайте сохранимся, ребятушки, здесь, это... это пиздец. Я думаю, для первого эпизода... опа. Ну, я знаю, что нас ждет. Для первого эпизода Blue Shift, мне кажется, хватит. Для ознакомительного. Начался каскадный геморрой снова, но только уже от лица Барни. Чую, нас ждет пиздец. А так, пока что подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в следующих сериях с вами.